Глава Восточного Казахстана Бердыбек Сапарбаев обещает превратить регион в цветущий край. Сейчас он ищет инвесторов для развития туризма. О том, какие еще цели и задачи стоят перед Восточно-Казахстанской областью, он рассказал на брифинге в службе центральной коммуникации в Астане. Акиму одного из самых больших регионов республики Бердыбеку Сапарбаеву целого часа для общения с журналистами оказалось мало. Оно и понятно. Вопросов в главе Восточно-Казахстанской области накопилось. Самый главный – готов ли регион к отопительному сезону? Всего неделю назад энергетики сообщили – семей в списках злостных неплательщиков за коммунальные услуги. Аким области успокоил – тепла хватит всем. В городе Семей на левом берегу построен ТЭС, где имеется два водогрейных котла, которые дают примерно около 400 гигакалорий тепла, который может полностью обеспечить левый берег. На руку для региона сыграл таможенный союз, признался чиновник. В его рамках Восточно-Казахстанская область успела наторговать на 900 миллионов долларов. Снизились показатели по импорту товаров, зато повысился экспорт. Среди главных задач – не допустить рост цен на продукты питания. Стабилизационные фонды Восточного Казахстана запасли 15 тысяч тонн продуктов. Мы обеспечены, но нам не хватает сахара, риса и недостаточно яиц. По нехватке этих трех видов продуктов питания работаем с соседними регионами и странами. Сегодня руководитель Восточно-Казахстанской области занимает почетную третью позицию в рейтинге акимов, составленным общественниками. Первые две строки достались главам Астаны и Алматы. В то же время Бердыбек Сапарбаев признался, такая оценка – отличный стимул. Конечно, нас немножко подтягивает этот рейтинг. Мы же смотрим, мы же говорим, мы же все-таки, я же тоже человек, как аким. У меня тоже есть свою гордость. Я не хочу отставать там от других своих коллег, там, областей. Поэтому стараюсь, где-то у меня там упущение, что-то я там не доделал, не доглядел и так далее. В этом плане, конечно, рейтинг помогает. Успехи есть, проблем хватает, подытожил глава Восточно-Казахстанской области. Среди важных задач – уборка урожая, сдерживание цен и освобождение бизнеса от лишних бумаг и бюрократических процедур. Результаты этой работы жители региона должны ощутить уже совсем скоро. Мируэр Чакенова, Чингиз Сулейменов, Информбюро, 31 канал.